Добрый день, уважаемые земляки! Вот и подошел к концу очередной 2017 год. Но у нас перед вами должок. Мы обещали рассказать о хвойных растениях. Это будет уже третья передача, и мы поэтому находимся сейчас здесь, опять в питомнике Института генетики леса. И наша собеседница Валентина Федоровна Шипилова, заведующая отделом этого питомника. Добрый день, Валентина Федоровна. Добрый день, здравствуйте, дорогие зрители. Валентина Федоровна, и чем мы продолжим, какими растениями вот в этом, последнем уже в этом году передача «Удачи»? Вы знаете, мы с вами расскажем о соснах, так и продолжим дальше о соснах, потом вернемся немножечко к елям. Сейчас предновогодний период, сейчас все будут суетиться, ставить, значит, наряжать красавицу елочку у себя. Вот. И вот мы сейчас немножечко расскажем. Падает снег, ложится на лапы хвойных растений, укрывает елочки наши, укрывает сосны. То есть, как в той песне поется, в лесу родилась елочка. Мы наш с вами рассказ сегодня начнем с сосны желтой. Это североамериканский экзот. Надо сказать, что это самая высокорослая сосна в мире. Она достигает высоту до 95 метров. Вот представляете, такая огромная. А живет даже не целый век, а несколько веков. И поэтому ствол у нее в обхвате очень-очень большой, тоже очень широкий. Это сосна экзот Северной Америки. Мало того, что это очень необыкновенно красивое дерево, оно еще и используется в строительстве. У нее очень красивая древесина. Вот сердцевина древесины ярко-желтого цвета. Поэтому ее и прозвали «сосна желтая». Кроме того, если мы подойдем ближе и посмотрим, стряхнем сейчас снежок, увидим, что в мутовке у этой сосны, если встречаются в мире двуххвойные, это наши в основном, и различные другие, европейские сосны, вот, двуххвойные, пятихвойные сосны, то у этой в мутовке, у этой сосны в мутовке всего три хвоинки. Но зато какие! Смотрите, три мутовочки, но какая длинная хвоя! Самая длинная, длиннохвойная растение тоже. Смотрите, какая это изумительная. Желтая древесина, огромные хвоинки и три хвоинки мутовки. Вот мы их посмотрим даже. Видите, какие вот длинные, красивые. Очень красивый. Не только, значит, полезный, не только в строительстве используется, потому что много древесины, но еще и, значит, как декоративная, необыкновенная. Очень пышная, красивая. И живет века. Еще один североамериканский экзот. Это сосна веймутова. Очень нежная, красивая хвоя. У этой сосенки по 5 хвоинок в мутовочке. То есть она относится к пятихвойным соснам. Там мы 3 видели у желтой, а тут и хвоя покороче, но иначе еще называют и восточная белая, потому что растет по, значит, восточным склонам гор в Северной Америке. И вот такая вот красота. Очень нежная хвоя, не колючая. Шишки, что у желтой, что, значит, у этой, очень крупные, большие, но в них не орешки, в них семена. Есть у нас еще сосны гибкая, калифорнийский кедр, там орешки в крупных шишках, но мы его попозже покажем. Вот. Сейчас он у нас небольшой, и поэтому снегом его прикрыло. Очень много североамериканских экзотов у нас. Обычные хвойники не высажены. Высажено то, что, значит, является, ну, как бы, экзотические растения высажены. Потому что этот вот парк создавался вот, как бы, в альтернативу сочинскому дендрарию. Сочинские дендрарии, там, значит, субтропики, тропики. У нас же все растения, которые живут
и довольно-таки прекрасно себя чувствуют в нашей зоне, в северной зоне, там, где зимы иногда суровые бывают, там иногда морозы, там у нас до 30-40 градусов, допустим. И все это эти растения прекрасно переносят. Еще один вид сосен, которые встречаются в нашем питомнике, это сосна румелийская, родина ее Балканы. Хотя и юг Балканы вроде как, но она прекрасно нас чувствует и даже плодоносит. Вот на концах лапок, можно обратить внимание, висят шишечки. Но это шишки, которые созреют в следующем году и дадут урожай нам уже в 18-м. То есть в следующем году мы будем собирать урожай семян вот с этих шишечек. Растет она, значит, в Карпатах, в горах, вдоль ручьев. Вот. И у нас она тут около прудика прекрасно себя чувствует. И хорошо зимует, относится к пятихвойным, значит, очень пышное, красивое дерево. Поговорим еще о, значит, двух елях. Это ель канадская, форма коника. Мы не стрижем ее, она вот так растет, у нее такая форма. Ель довольно капризная, она прекрасно чувствует в нашей зоне, ее обжигают зимнее солнце. Поэтому где-то в феврале мы ее укрываем, и она стоит у нас, значит, в этих чехлах, пока не растает снег. Вот такая-то елочка. А потом, когда снимаем это все, начинает расти, значит, распускаться почки, хвоя, вот сейчас она колючая, а становится очень нежной. И студенты идут, обнимают ее вот так вот и называют укропчиком. Вот такая вот эта елочка. Рядом растет ель болотная или черная. Черная, потому что очень, посмотрите, какая темная у нее хвоя. Это очень интересная ель. Она очень интересна тем, что у нее съедобная хвоя, очень лекарственная. При цинге народы вот... где растет в естественных условиях эта елочка, употребляют ее в пищу, поэтому нет ни цинги, укрепляет иммунитет очень. Вот эти шишечки молодые, они красного цвета, их едят как ягоды и варят из них варенье. Не зря ее по-латыни называют Мариана. Представляете, как красиво. Масло, добытое с этой ели, обладает омолаживающим эффектом. Это для наших женщин. Хвоя, если ее заваривать, она лечит у деток анурез. Очень необыкновенная елочка, и мы ее посадили у себя. Она у нас растет. Мы сейчас с вами стоим около ели обыкновенной. Это наши елочки. Но вот смотрите, какие у нее длинные-длинные лапы. Это ель обыкновенная, форма змеевидная. Вот как змеи свешиваются. Плакучая форма, очень красивая форма. Вот. И, значит, мы ее тут посадили рядышком с елью обыкновенной и форма подушковидная. Вот сейчас я вам ее покажу. Вот видите, как? Вот коротенькие лапочки. Очень красивая елочка зелененькая. Вот. И она растет подушкой. То есть у нее нет макушки, как у всех елей. Вот такая вот форма ели, тоже интересная. Пиция, так, латинское название ели, смола, пин, гора, скала. Сосна – это, вы видите, вот, огромное большое дерево, скала. По легенде, значит, ревнивый бог северных ветров Борей заколдовал лесную нимфу, красавицу Пинию. И вот стоит она у нас вот такая зеленая, красивая. Мы предлагаем не рубить эту елочку, а взять небольшую лапочку, которая не доставит ей никаких, значит, страданий, поставить у себя и пусть
это лапа сосны, лапа ели, принесет вам в ваш дом добро, счастье и всю нечисть выгонит. Валентина Федоровна, в трех передачах, включая сегодняшнюю, вы рассказали о разных видах сосны, ели, пихты, лиственницы. Но ведь это еще не все хвойные растения, которые имеются в вашей коллекции. Да, еще много интересных растений, много экзотов. Среди них можжевельники, различные виды туй и кипарисовики, которые прекрасно чувствуют в нашей зоне и могут расти в ваших садах и украшать ваши сады. То есть тем для наших выпусков еще много. Да, да, еще очень много. Но все эти темы мы с вами, надеюсь, встретиться еще в 2018 году. Так что поздравлять будем наших зрителей с наступающим годом. С наступающим Новым годом вас, дорогие наши зрители. И ждем вас в новом году. Большой-большой удачи!